Добрий вечір. Лічні дні залишились до головного свята країни – Дня Незалежності. Саме 24 серпня у Житомирі відбудеться фінал на Кубок Героїв Небесної Сотні з футболу. Я запросив до нашої студії Олександра Коцюбка. Він є головою обласної федерації футболу, також членом громадської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Петрович, отже, 24 серпня, вже щорічно, вже традиційно відбувається фінал на Кубок Небесної Сотні. Розкажіть про цей турнір, хто брав участь, чи багато було учасників, і, зрештою, де відбудеться фінал, які змагання будуть? Кожен рік. На протяжении трех лет мы проводим в память о героях Небесной Сотни. Так он и называется, Кубок Героев Небесной Сотни. Это третий год. В этом году 30 команд у нас принимало участие. В финал вышло две команды, две самые сильные команды. Фортуна Андрушевка и спортивный клуб Коростень. Финал. Я хотел бы сразу же пригласить всех, кто смотрит сегодня нашу передачу. Агротехнический колледж, 16:00. Це на Крошні, так? На Крошні, да. Поэтому я обязательно приглашаю всех наших майдановців, атошників. Ну і не тільки, всіх депутатів, городського, обласного і всіх болельщиків, яким не безразличен футбол, які люблять його величество футбол. Олександр Петрович, багато команд, от які міста? Я знаю, ну, можливо, не все, але я знаю, що були представлені невеличкі села, районні села центри, і Житомир, і всі разом. Всі. Тобто, ну, чи можна сказати, що це був такий масовий розіграш кубку? Так, так і є. І починаючи з 2014 року, коли тільки починалося возрождення футболу на Житомирській області, я так... Извините, скажу, потому что действительно он начал возрождаться. А Кубок Небесной Сотни, естественно, все отозвались, все команды районов, сел, городов. Некоторые города, такие как Коростень, вообще выставили несколько команд. Uh-huh. То есть все с удовольствием хотят, будем так говорить, принимать участие и завоевать этот почетный кубок. Добре, ну от якщо ми вже зговорили про Кубок Небесної Сотні, почали з цього нашу програму, не можу не згадати ці дні напередодні Дня Незалежності, Революції Гідності, яка відбулася у нас у 2014 році. Знаю, що і ви брали активну участь безпосередньо, ну не тільки ви, а й ваші однодумці, і багато людей було. А що ви пригадуєте от з цих днів Революції Гідності? В Житомирі, і в Києві ви були, і в Житомирі були, в інших містах. От що найбільше запам'яталося? Адже вже минуло два роки, так? Да, більше. Що більше? Я би не хотів би, Борис Ильич, сьогодні говорити о том, що я бачив, щоб люди не розцінили це як піар. Угу. Вот. О своїх товаришах можу сказати, які так, були рядом зі мною, або я возле них був. Люди відчули свободу, вот это чувство, наконец, возможности ощутить справедливость, добиться закона в стране, добиться порядка, разрушить вот эти все коррупционные схемы. Вот и в Житомире, и в Киеве, и впоследствии потом на фронте люди готовы были отдать даже свою жизнь. И отдавали. И отдали свою жизнь для того, чтобы Украина... Ненька, страна наша любимая, была, чтобы люди здесь жили достойно, чтобы люди ощущали себя комфортно. К сожалению, констатирую, что мы не добились, конечно, того, чего хотелось бы. Вот, многие уехали, я имею в виду тех, кто там призывал еще живым героям Небесной Сотни, куля в лоб, так куля в лоб. А еще не выполнили. И миллиарды зелёных денег забравши, уехал куда-то. Вот. А люди с небес смотрят на все безобразия, которые, к сожалению, сегодня продолжаются. И коррупция, вы мне извините, и смерти, и беззаконие. Я переб'ю вас, Олександр Петрович. Ми робили от таке опитування напередодні Дня Незалежності. Одна дівчина сказала, що не потрібно
ну, вказувати владі, тільки от ви не так для нас зробили, ви не те, а треба починати з себе. Це тому в мене до вас дуже просте запитання. А що ви особисто, от ви критикуєте, а що ви особисто, можливо, як член громадської ради, що ви особисто з цими недоліками, які є, як ви з ними боретесь? Ви правильно замітили, хотілося б, щоб всі люди без ісключення, каждый в отдельности и все вместе все-таки смогли и продолжали бороться против вот этих всех негативизма, которые я только что перед этим сказал, этой коррупции, бандитизм. И вот в громадской раде мы активно принимаем участие с этими, в этих, будем так говорить, вопросах, да. Это и вы знаете, что громадская рада и наш комитет, а я в комитете по противодействию коррупции, бандитизму, люстрации, принимает активное участие в люстрации правоохранительных органов. Вот уже закончили буквально высших эшелонов у нас в Житомирской области. И много-много других вещей, которые, в принципе, громадская рада, люди, ну, я имею в виду, могу вспомнить такие вещи, которые были очень тяжело достигнуты, это и магниторезонансный томограф, ну и много чего другого. Фактически, и я в том числе, и, а вы знаете, что на протяжении многих лет я помогаю людям, вот если меня касалось, как вы спросили, что вы хорошего сделали, это и дети войны, это и ветераны войны, это и к 25-летию, вот сейчас королевцы, ветераны, дети войны попросили, чтобы я приобрел там две инвалидные коляски, и я это с удовольствием сделал. И много чего другого. Вот когда в 2014 году была проблема, и мне сейчас говорят, почему вы там детское кафе не строили, вот на Маленке мы делаем. Мне было тогда не до того, я купил 80 инвалидных кроватей в госпиталь военный. И онкодиспансер, я помню. Подождите, я сейчас за госпиталь говорю. Угу. И 10 кроватей, многофункциональные кровати. Если вы в госпиталь зайдете, вы посмотрите, это написано «Подарунок Віткуцюка». Почему? Потому что в тот момент, в 2014 году, было, это было важнее. Потому что вы знаете, что я там тоже был. Поэтому я видел, я знал, что будут у нас и раненые, и будет много раненых. И когда начальник госпиталя говорит, зачем нам столько кроватей, нас же чуть не расформировали, их перед войной хотели расформировать. Я сказал ему, что у нас будет много раненых, потому что... На жаль, да, потому что уже война начала, входила в свою такую стадию запеклой борьбы. Вот, поэтому хотел бы, конечно, чтобы люди не только состоятельные, но и, конечно, простые люди делали все возможное. Кожа на своего месте. Да, чтобы все возможное, чтобы нашу... Во-первых, нужно сохранить страну, во-вторых, нужно бороться дальше, продолжать то, за что отдали жизни наши герои. Это очень важно, нужно на них равняться и нужно не забывать. И давать відсіч на всех уровнях коррупции и бандитизма. На всех. Повернемось до справ футбольних. Ви як голова обласної федерації футболу, знаю, ми вже неодноразово говорили, і знаю, що ви відслідковуєте реконструкцію стадіону, яка відбувається у нас нині в Житомирі, я маю на увазі центрального стадіону. От, і це вже не перший рік. Яким чином іде реконструкція, що вас задовольняє, що, можливо, варто зробити краще, більш, можливо, швидкими темпами? Нужно, вот что мне понравилось, что вот западная трибуна, вот ее доделали, ввели в эксплуатацию, внутренние помещения, раздевалки, туалеты, беговые дорожки, на крете уже ничего не капает. Сегодня сносят газон, продолжают сносить, это хорошо. Будет у нас новый газон, вы знаете, закупили уже. Беговые дорожки тоже хорошо. Что мне не нравится? Мне не нравится, что сносят вот эти трибуны. Навпроти центральной, правильно? Чи бокові? Да, напротив центрального. Почему? Потому что нету проекта. Если был проект на вот эту западную трибуну, я их видел, то на эти трибуны проекта эскиз нету. Эскиз есть, но проекта нема. Проекта нету. Это говорит о том, что его просто сносят. Деньги выделены, когда деньги выделялось кабмином на западную трибуну, там четко было указано,
на реконструкцию западной трибуны. Сюда деньги выделили, не показывают нам документы нашей Федерации футбола, для чего выделены деньги, зачем сносят восточную трибуну. Я еще говорил когда-то с Сергеем Александровичем, он говорил, что восточную трибуну мы снимем и вместо нее построим. Дальше поэтапно должны были быть и вот эти боковые. Сносим, ставим. Но боковая, она в идеальном состоянии. Плиты была, да. Тоже снесли. Зачем, тоже непонятно. В общем, очень нехорошая ситуация. И вот это меня очень беспокоит. Но, несмотря на это, мы все равно посмотрим. А потом подойдем к тому моменту, чтобы все-таки эту власть, чтобы все-таки отстроила вот эти трибуны для того, чтобы была чаша, футбольная чаша, чтобы была футбольная Житомир-арена, так как и во всех других областных городах. Ну, День Незалежності сьогодні домінуюча тема в нашій передачі, Олександру Петровичу. Що ви хотіли сказати напередодні цієї події? Я вже зазначав, не секрет, що по-різному люди нині сприймають дії влади, своє власне життя викликає, як кажуть, багато проблем. От, що ви хотіли, якими словами, можливо, підтримкою, можливо, чим звернутися напередодні Дня Незалежності? Ті надіжди, які ми, прості люди, возлагали на власть, на нову, яка прийшла, вони не осуществились. Це потрібно признати. Ну, несмотря на це, я хотел бы все-таки обратиться к простым людям, гражданам, к обездоленным, к ветеранам, к их семьям, к детям войны, что, несмотря на сложность в этой, на сегодняшний день, я за себя скажу, я как член громадской рады и наша громадская рада, но я еще раз хочу сказать, что я за себя хочу сказать, что если нужна будет моя помощь личная, от меня лично вы всегда ее получите. Это нужно вам знать, потому что я не один, нас много. Вы обратите внимание, что вот сегодня вы увидите «Мои маленькие патриоты». Это знаменитый Александр Шалаев написал и снял клип, и клип, да, эту песню. Это все о вас, о тех людях. И он назвал всех тех людей, мои маленькие, ласково так, мои маленькие патриоты, так красиво. Вы сегодня увидите, это настолько мощно, настолько сильно. И несмотря на то, что мы сегодня живем, занимаемся каждый своими делами, семьями, внуками, мы все равно одна семья, одно целое, если нужно будет. Мы опять все вместе соберемся и наведем порядок. За батька, за матерь, за брата, за сестру. Вот, еще раз вам говорю, нужно будет, обращайтесь, я вам буду рад видеть. Потому що Житомир – це одна сім'я, фактично ми тут всі друг друга знаємо і завжди допомогу. Я принагідно хочу запросити ще раз шановних житомирян, вболівальників на фінал Кубка Небесної Сотні, який відбудеться у нас о 16 годині в День Незалежності 24 серпня на стадіоні коледжу агротехнічного, який знаходиться на Крошні. В цьому ми передачу будемо завершувати. Дякую, Олександре Петровичу, за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Всього найкращого, нехай щастить. До побачення. До побачення. Зупинись, мерзота безсердечна, досить тебе усі країни, крім підо Росії, просять. Годі з нас усіх, вже твоїх йолок. Досить цирку з ручками, без язики йолок. Навчись спочатку хоч складами говорити. Всі знають, що Путін змушував тебе робити. Але якби ти мав краплю совісті і доброти, можна було б уникнути цієї війни. Через тебе стільки людей повмирало. Чи не забагато бабок в одне хлібало? Люди помирали за вільну Україну, за спільну думку, краще життя і віру. Я вірю в те, що колись і буде краще. Ми не боїмося, вже не буде важче. Хотіли, щоб пішов Майдан та почали лякати. Нічого не вдалося, так почали стріляти. Наведем порядок,
На Україні наші невеликі, але наваляєм ращі. Не за це лайно гинуть наші браття. Ми зробили перший крок, розпаливши це бахаття. Наведем порядок. На Україні наші невеликі, але наваляєм ращі. Не за це лайно гинуть наші браття. Ми зробили перший крок, розпаливши це бахаття. Небесні хлопці, сотня залишилась з нами. Хай земля буде пухом, проведем піснями. Герої не загинули, герої завжди тут. Скажем цим фашистам і диктаторам капут. Наша нація, вона одна така єдина. Можу голосно і з гордістю сказати: Україна. Москалі замилили усю їхню мас-медію. Як троє дебілів наломали тут комедію. За батька, мати, брата та сестру. В порох всіх диктаторів сам я розітру. Україна, ми одна родина до кінця і разом. Йдемо під кулі з палкою і проти газу. Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття молоді, і усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Наведем порядок. На Україні наші невеликі, але наваляєм ращі. Не за це лайно гинуть наші браття. Ми зробили перший крок, розпаливши це бахаття. Наведем порядок. На Україні наші невеликі, але наваляєм ращі. Не за це лайно гинуть наші браття. Ми зробили перший крок, розпаливши це бахаття. Слава Україні! Героям слава! Слава героям! Навіки слава!